сегодняшний завтрак у нас EDC-шный. Вот такое вот печенье в клеточку с карамелью. Ну и, соответственно, кофе. Кофе без сахара. Поэтому все это у нас потянуло почти на 200 килокалорий, 191. Голландская вафелька. По вкусу чем-то напоминает такие были венские печенюхи. Не помню, кто их делал, но они были, назывались именно венские, по-моему. Тоже с карамелью, со сгущенкой разные. Но это как бы с вареной сгущенкой были, а это именно карамель здесь. Все как положено, очень сладкое, прилипающее к зубам. На EDC-шный завтрак очень даже идет. Если взять кофе с сахаром, то здесь это было бы нереально по сахару. А вот без сахара нормально, запивая обильным количеством жидкости. Я думаю, лучше бы зашло даже под капучино. Ну, самое главное, в лесу не оставлять много мусора. А вот эти вот штуки рекомендую, даже если вы где-то не на природе будете ее есть. Можете засунуть ее в микроволновку буквально на 1 минуту. Она нагреется и будет вообще бомба. Ну а пока всем пока. Собираем мусор и идем работать. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока!